сейчас будем творить. Приготовились к съемочке. Пошли кентаврушки. Так, нимфочки потащили колоночки. Портичек пониже, пониже, повыше, в центре. Есть! Мотор! Аплодисменты! Спасибо! Большое спасибо, дорогие зрители, собравшиеся здесь, в этом уютном зале клуба «Красное и черное». Я не буду, можно предварять появление нашего сегодняшнего номинанта, нашего героя, можно не предварять, потому что, ну, о популярности этого человека не то, что ходит легенда, это как раз вот такие, знаешь, жестокие факты его популярности, об этом мы сегодня еще, наверное, будем говорить. Несколько слов, и мы его пригласим сюда. Эти несколько слов, их будут только два. Наш гость Анатолий Кузнецов. Цикл телепередач «Я памятник себе» 45-минутное развлекательное ток-шоу выходит в эфир на телеканалах Украины с апреля 1996 года. Это театрализованный бенефис «Телекапустник», в котором ведущий и в шутку, и всерьез обсуждает вместе со зрителями проект памятника при жизни герою передачи. Постепенно передача превращается в концерт-представление, своеобразное чествование, шуточное театрализованное воссоздание эпизодов из творческой и личной жизни героя, череду неожиданных для героя встреч, вручение подарков, а также серьезных размышлений о жизни и творчестве. Руцача крибача дребщі, лампіо небісна теба, щеніця сулі калако, не твалцін да меха теба, згапалі я ту нам двілі, він мої гона вініціс, аріс ме оре легенда. Радом да геркват вилиси, радом да геркват вилиси. Мама, спасибо. После Филатова, но я ее не держал 40 лет. Нет, вот понял. И так далее. Замечательно. Это, ну, Александр Анатольевич. Если ты мне сказал раньше, я бы подготовился. Репетировал бы в гостиницу, да. Знаешь, вот так, хорошо. Здесь держишь вот так, замечательно. Здесь вот так вот, это вот так вот, да. Вот сюда вот, между стоечкой, значит, и гриф, вот это надо играть, да. Остальное покажет Державин. Покажите, как вы это делали, Сергеевич. Да, это, ну, это сложно, я давно даже не делал это сейчас. А, он у вас такой. Вот, да? Видите? Лучше бы здесь барабанная дробь. Но если ее нет, то... Нет, нет, тут надо сосредоточение. В левой руке. Здесь нет. Аплодисмент. Он здесь уже. Рада я не привел тебе белую кобылицу, но всех киевских жеребцов я разогнал. Ну, дорогой, займи место, подойди к отцу. И давай так, ты будешь художественным руководителем этой свадьбы, потому что мы-то плохо знаем обычаи цыганские, но хотим, чтобы сегодня все было очень похоже. Мы с тобой пришли свататься. Так. В этой цыганской семье ты ведешь разговор.
Что я должен говорить? А, я должен хвалить тебя. Ты хвалить меня, он свою дочь. А. Итак. Дорогой, а как я к нему обращаюсь? Уважаемый брат. Брат. А, уже брат? Да. Дорогой брат, братка, я бы сказал. У вас товар, у нас купец. Что у меня? Товар, вот это товар? Уходите. Ладно, ладно, мы по-другому скажем. Давайте так скажем, по-другому. Наш сокол летал, летал, летал. О. И заметил... А, про пушнину же нельзя, я забыл. Хотел сказать, заметил куницу там или лисицу, благородно, нельзя. Ну, почему? И заметил голубку, пока дикую, но очень красивую голубку. Иди сюда, батя. Я что-то не то говорю, ребята. Давай посмотрим, может она хромает, пусть подвигается, что-то станцует. А вдруг она сейчас проверим, с изъянами. Да. Понимаете как, я тут насчет голубки погорячился. Вот, она хороша, спору нет. Но. Спору нет. Но, сынок правильно замечает, нам бы как бы вот осмотреть голубку, чтобы она прошлась. Не хромает ли? Ну, хромает это так вот. Прошлась бы. Чили. Чаки в эту чаю ринку я в этой подковы Алору мыла ночью чайники на крови камни. Я бы сказал такое не цыганское слово «завал» полный. Я в восторге. А ты как, сынок? Берем, папа. Берем. Так, все. Начало положено. Пожалуйста, опять займите почетное место. Да, благородный отец. Да, сейчас. Я только хотел бы сказать, что только мы одного... Что мы только ее смотрим. Надо бы его посмотреть. Правильно. Нет вопросов, сынок. Поехали. Споешь, танцуешь. Поехали. Смотрим жениха. Шалмаверсти, шалмаверсти, чаво прогею. Каморе, чечо! Айни кайпана, каморести на ладньо. Ничего, мама, ничего, для начала. Просто потрясающе. Так, значит, сразу не соглашайся. Да нет, пусть... я такая. Я или сразу соглашаюсь, или вообще не соглашаюсь. Сейчас я вам экзамен сделаю. Поскольку все-таки значительную часть жизни с нашей сознательной мы прожили вместе. Вот помните, по-русски будет так. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесы. Боязкоп пингвин безглуздый, тіло жирно тулить в скелях. Чего не сделаешь за стольник, чтобы овладеть теплом сердец,
Был даже чайником ермольник. Ну, унитаз его венец.